Доброе утро, Церковь Woodland Hills. Также доброе утро, добрый день или добрый вечер всем подкастным членам и всем остальным, кто слушает и когда только слушает. Доброго чего-нибудь и вам. Я также хочу поздравить всех мам с Днем Матери. Вы молодцы, продолжайте в том же духе. Меня зовут Крег Бойд, я старший пастор здесь в Церкви Woodland хиллз мы находимся в середине серии, которая называется «Оживлят». Слово «оживлят» означает «вдыхать жизнь во что-то». Мы по-особенному сосредоточимся на теме воображения, на том, что Павел называет «сердце и ум». Это внутреннее святилище, место, где мы встречаемся с Богом, где дела Божьи становятся конкретными, осязаемыми, ошутимыми и поэтому преобразующими. Итак, мы изложили библейское основание для этого, показали, как это употреблялось на протяжении церковной истории, и даже, как это совместимо с тем, что мы знаем о мозге из неврологии. На прошлой неделе мы применили этот подход общения с Богом к нашему представлению о Боге. Сегодня я хочу применить это к нашему представлению о самих себе в свете нашего представления о Боге. Эта проповедь называется «Создавая меня». «Создавая меня». Я хочу начать с молитвы. Отец, я молюсь и прошу, употреби эти слова, чтобы формировать наши умы и наши сердца. Лепи нас, формируй нас, твори нас по твоему образу. Вдохнови эти слова твоим авторитетом, иначе в них нет жизни. Для всех в аудитории, для всех, кто слушает подкаст, по телевидению или другим способом, мы молимся, Господь, чтобы Ты сделал нас податливыми в Твоих руках. Дай нам открытие сердца и умы, чтобы принимать Тебя глубоко в ядре нашего существа. Во имя Иисуса мы молимся. И все люди Божьи сказали. Аминь. Сегодня утром у меня будет поддержка в этой проповеди мы будем проповедовать как команда. Я попросил хорошего друга, он стал хорошим другом, Крис. Приветствуйте Криса, он будет здесь трудиться. Мы попросили Криса, он скульптор, художник. Он здесь со своей прекрасной женой Вандой. Приятно, что ты тоже здесь. Мы просили его в свете темы этой серии о том, как истина должна быть воплощена, мы просили его, чтобы он, пока я проповедую, и потом во время прославления, слепил что-то, просто так, как Бог тебя ведет, так и ваяй. Ты можешь сразу же начать. Я поощряю вас. Пока я проповедую, если Господь поведет, смотреть на то, что Крис делает. И чтобы вы видели в этом изображение того, что Бог с нами делает ежеминутно. Мы также будем показывать работу Криса на экране во время этого богослужения. Я хочу начать с чтения двух отрывков из Писания. Первый из бытия, вторая глава. Седьмой стих, где написано, и создал Господь Бог человека, создал человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душою живою, ожившей личностью. Потом в Псалме 138 написано, «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Обратите внимание на то, что псалмопевец славит Бога за то, как он устроен? Он дивно устроен. Подтверждать, что ты являешься шедевром искусства, не противоречит прославлению Бога. Фактически, одно идет вместе с другим. Дивны дела твои, включая то дело, которым я являюсь. Дивны дела твои, включая меня. И душа моя вполне сознает это. Я просил Терри Черчилл, которая есть автором буклета «Оживлят», которую мы как церковь проходим, чтобы она снова прочитала одно из ее стихотворений. Это стихи на эту неделю. Слушая эти слова, слушайте очень-очень внимательно. Также очень внимательно смотрите на труд Криса, потому что это так идеально выражает истину о том, кто таков Бог, что Бог делает в нашей жизни, и кто мы в результате этого. Эти стихи называются «Как ты меня любишь». Иногда я думаю о тебе, о том, как ты создавал меня из ничего, Формируя сухожилия и мышцы и кости, чтобы покрыть во мне уязвимые места. Я думаю о том, как ты поклошен деталями. Ты используешь свои пальцы, чтобы нежно чертить контуры моего тела. Я думаю о тебе, как ты, склонившись надо мной, вдыхаешь жизнь в мои легкие. Интимность твоего дыхания в моих устах. Так ты меня полюбил. С того момента, когда ты видел сон обо мне. Так ты меня любишь, даже сейчас, плывя в моих венах и щепча в мое ухо. Ты — тайна, которую я несу в своем теле. Очень, очень сильно. Мы говорили о том, как наши отношения с Богом опосредованы тем, как мы представляем Бога, образами в нашей голове о Боге. И все наши эмоции связаны с конкретными представлениями в нашем уме. Одна из причин, почему у нас есть проблемы любить Бога страстно, последовательным образом, это потому, что в некоторой степени у нас есть непривлекательные образы о Боге в нашем разуме. А это образы, конкретные изображения, больше, чем абстрактная теология, которые определяют, насколько мы вовлечены, насколько мы страстны в нашей любви к Богу. То же самое можно сказать и о наших отношениях с самими собой. Наши отношения с самими собой определяются изображениями, которые мы имеем о себе. Одна из причин, почему нам трудно радоваться тому, кем мы являемся, и любить самого себя, на самом деле Библия повелевает это, как произведение искусства Небесного Отца, мы должны любить ближнего как самого себя, Значит, мы должны любить себя. Но одна из причин, почему нам тяжело это делать, это потому, что у нас есть непривлекательные представления о самих себе. И эти изображения, эти образы не являются просто абстрактной информацией. Наш мозг, как мы видели в этой серии, не работает с абстрактной информацией, когнитивной информацией. Вместо этого... Мы думаем конкретными изображениями, мы думаем нашим воображением, яркими, конкретными, воплощенными изображениями, которые укоренены в опыте. Или в жизни с нами что-то происходит, или мы сами что-то совершаем, что несет с собой информацию, и наш мозг фиксирует ее. И при определенной ситуации мы заново ее переживаем. И в этом повторном опыте заключено определенное послание, в этих образах, в этих представлениях. И это то, что создает нас, формирует нас, движет нами. Это преобразует нас больше, чем когнитивная информация, в которую мы верим. И вот как это происходит. Этим опытом я уже делился раньше, но я хочу поделиться еще раз. Это то, в каком виде пребывают мысли в нашей голове. Когда мне было около пяти лет в Лансигане, Мичиган, меня воспитывала Мачеха, которая, как я понимаю сейчас, была в ужасной ситуации. Она часто пребывала в стрессе. Я думаю, что у нее был нервный срыв. Когда она гневалась, у нее была тенденция проявлять насилие. Я помню однажды, когда она меня купала. Я злился на нее. Мы всегда враждовали. Я не помню, в чем была проблема. Но я ей сказал, я не люблю тебя, и я собираюсь убежать из дома. Она тут же схватила меня за руку, выдернула меня из ванной, вынесла меня за эту одну руку к входным дверям, выбросила меня на улицу и заперла дверь. Она говорила, ты хочешь убежать из дома? Хорошо, уходи. Итак, я оказался на улице, голый и мокрый. Я не помню, какое было время года, но было холодно. Я сразу же замерз. Мимо проехала машина с некоторыми детьми на заднем сиденье. Они меня увидели, и я знал, что они смеются. Я ощутил такой стыд от того, что я был голый во дворе. Я начал стучать в входные двери, умоляя мачеху впустить меня, убеждая, что я ее люблю, что я не буду убегать из дома. Но она долго не открывала дверь. Не знаю, как долго это длилось, но казалось целую вечность. Помню, как мое тело дрожало от холода. Смотрите, это переживание содержит в себе послание, которое сохранилось в моей голове. Это послание... Как о властях, так и обо мне. В конечном итоге это послание о Боге и послание обо мне. Послание о властях такое. В очень молодом возрасте я зафиксировал, что нельзя доверять властям. Власти бывают произвольными, они бывают жестокими, могут идти против тебя во мгновение ока. И послание, которое я получил о своей ценности, такое. Я живу в очень-очень страшном мире. И люди, которые говорят, что тебя любят, и которые должны защищать тебя, могут идти против тебя. И даже не обязательно надо знать почему, из-за самой простой мелочи. И тебя даже можно выбросить на холод. Ты можешь быть выброшен на холод. И ты можешь быть опозорен. Для меня это означало, что я живу в очень страшном мире, я здесь один. И нельзя доверять никому. Они могут пойти против тебя. И ты сам себя помещаешь на маленьком острове, где безопасно. В конце концов это выливается в представление о Боге каков Бог, и в представление о том, какие у меня ценности, и в каком мире я живу. Если спустя некоторое время я услышу и поверю в добрую весть об Иисусе Христе, и узнаю, что Бог красивый и выглядит как Иисус, который умер на кресте за меня, то я могу верить в это, знать, что я сотворен по Его образу и что у меня непревзойденная ценность. Я могу знать это интеллектуально. Но до той степени, до которой есть конкретнее представление о Боге и о самом себе, закодированные в опыте и роящиеся в моей голове, до такой степени очень отличается то, что я ощущаю как правду от того, во что я верю, несмотря на то, что я верю в определенные вещи о Боге и самом себе. Может, я даже не осознаю, что у меня есть эти закодированные послания в моей голове, но в определенной ситуации они срабатывают, и это то, что я ощущаю как правду. Мы удивляемся, почему наши жизни, наши переживания не совпадают с нашими убеждениями. Потому что там так много мусора, воплощенного, конкретного, яркого, ошутимого, преобразующего мусора, который крутится в наших мозгах. И в определенной ситуации они активируются. Все из нас до какой-то степени были засыпаны этим. В нас вложены послания, которые не передают истину о том, кто Бог и кто мы. Но при определенной ситуации они активируются, и это то, что мы испытываем, независимо от того, во что мы теоретически верим. Есть люди, слушающие эту проповедь, я уверен в этом, которые из-за какого-то опыта воплотили, эту ложь в своем разуме, что их окончательное назначение в жизни в том, чтобы давать мужчинам сексуальное удовольствие. Они могут верить и знать, что это не так, но часть их всегда будет тяготеть к этому, потому что им это ощущается уместным. Есть другие, которые воплотили ложь в разуме о том, что они обречены быть неудачниками. У других есть воплощенная ложь, что они никому не нужны. И еще другие имеют воплощенную ложь, которая была у меня, что нельзя доверять никому, что мир опасен, что нельзя отдавать себя полностью кому-то в любви. У других может быть воплощена ложь, что они заслуживают насилия мужчин, которых они, как кажется, постоянно приглашают в свою жизнь. У одних воплощена ложь, что им надо доказать свою ценность и значимость тем, чего они достигнут и что заработают, и тем, что они имеют и кого впечатляют. У других воплощена ложь, что они сломаны и никогда не будут достаточно хорошими. Или воплощена ложь, что они всегда жертва и сами себе помочь не могут, и что они в рабстве, как их отец или мат, или что они всегда в рабстве от наркотика или другого вещества, или порнографии, или чего-то еще. Это не просто информация в нашем уме, это опыт в нашем уме, который мы заново переживаем каждый раз, когда это активируется. Смотрите, до той степени, до которой это переживание есть нашим представлением о самом себе, мы, конечно, не можем принять его, невозможно любить это, оно непривлекательно. Нам очень нужно не только знать, но ощущать и принимать глубоко, осязаемо, живо, конкретно. Истину о том, кто есть Бог и кто есть мы, и принять это в нашей жизни. Это должно стать пережитой реальностью. Вот истина. То, что Терри сказала, было истиной. Ты шедевр в процессе, но шедевр. Бог тебя лепит и формирует. Истина в том, что сейчас делает Крис. Истина в том, что Бог в данный момент ваяет тебя интимно, лично. Он вовлечен в твою жизнь. Это окончательная истина о том, кто ты. У тебя много в мозгу, в уме, в твоей истории того, что не соглашается с этим. Но это и есть то, что в конечном итоге является истиной. Факт в том, как Терри сказала. Мне нравится, как она это сказала что Твой Небесный Отец, Ава Отец, создал Тебя из ничего. Ава Отче внимательно ваял сухожилия, мышцы и кости, чтобы покрыть уязвимые части тела. Истина в том, что Твой Небесный Творец, Твой красивый Создатель, был вовлечен в каждую деталь в тебе. Он нежно чертил контуры твоего тела, так как Крис это сейчас делает. Он нежно чертил контуры твоего тела, обращая внимание на каждую деталь. Он склонялся над тобой, и он вдыхал свое дыхание в твои легкие. Это истина. Истина о тебе такова. Бог смотрел на тебя, глядел на тебя глазами непревзойденной любви с того момента, когда о тебе мечтал. Истина в том, что это не только что-то, что однажды случилось в прошлом. Истина в том, что это происходило в каждой секунде твоей жизни. Бог тебя поддерживает, как говорит Библия, силой своей любви, своим словом. Любовь, которая была выражена, совершенная любовь, которая была выражена на Голгофе, эта непревзойденная любовь поддерживала тебя в существовании и вояла тебя в твоем существовании момент за моментом, каждую на секунду твоей жизни. Истина в том, что Бог... Как раньше, так и сейчас обращает внимание на каждую деталь твоей жизни. Он вовлечен в каждую клетку, в каждую клетку крови, которая течет по венам твоего тела. Он там. Он вовлечен. Он поддерживает тебя. Каждый нейрон, который искрит в твоем мозгу, благодаря ему ты способен думать, он тот, который дает тебе каждый вдох, которым дышишь. Из-за его любви он дает тебе еще один вдох. Каждый удар сердца, все это исходит из совершенной любви, которая была выражена на Голгофе. Он даже сейчас с этими словами, в этом контексте, вояет тебя, мастерит тебя, обращая внимание на детали. Он интимно вовлечен в твою жизнь. Это истина о Боге и это истина о тебе. Если Бог создает нас, тогда это действие весьма нежной близости. Каждый христианин верит, что у Бога есть план для его жизни. Потому что Библия так и говорит. И каждый христианин верит, что во всем, Римлянам 8.28, Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был призван согласно Его изволению. Это истина, это прекрасно. Но смотрите, можно верить, что у Бога есть план о том, как Он будет воять с тебя. Можно верить в это. Но... Не ошушат ничего из той интимности, с которой Бог это делает. А это настолько важно, чтобы мы видели и ошушали интимность в этом. Я не знал этого до этой недели. Когда я готовился к этой проповеди и начал вникать вовнутрь этой истины, что Бог мастер скульптор. Я начал что-то понимать. Мне кажется, что впервые в жизни это было последовательно. Я начал себе воображать, как Бог действует в моей жизни, подобно тому, как сейчас работает с глиной Крис. Но я не знал, что моя собственная метафора, в которой я живу, относительно понимания и ощущения Божьей заботы обо мне, была лишена этой интимности, если ты сюда ходишь уже некоторое время, тогда ты слышал, как я рассказывал мою главную аналогию о том, как Бог действует в нашей жизни. Я склонен видеть Бога как кроссмейстера по шахматам. Он бесконечно умен. И потому что он бесконечно умен, он может предвидеть каждую возможность, которая когда-либо может произойти на этой доске по шахматам. И у него готов план с самого начала, как он будет реагировать, если этот случай произойдет. Эта модель дает мне много уверенности, много веры в то, что Бог управляет, несмотря на то, что у людей и ангелов есть свобода воли, и что много разного может произойти, но ничто не застает его врасплох, потому что он ожидал это от начала времени и имеет готовый план. И это, как я считаю, прекрасная модель. Но что я никогда не замечал до этой недели, это тот факт, что данная модель улавливает один аспект Божьей предвидящей деятельности в моей жизни, да, но это все еще ставит меня на доску по шахматам, а Бога туда, наверх. Почти так, будто Бог есть этот очень умный компьютер, и я могу довериться, и что бы ни случилось, этот компьютер все учитывает. Но это пропускает измерение интимности. Что произошло дальше? Я начал двигаться к этой метафоре. И я действительно начал чувствовать, что Бог ко мне говорит, грек. Ты намного более важен для меня, чем шахматная фигура на доске в космической игре по шахматам. И я намного больше для тебя, чем гроссмейстер по шахматам. Грег, ты мой ребенок. Грег, ты мое произведение искусства. Да, у меня есть готовые планы и всякое такое, но ты должен знать, как я их применяю. Я их применяю не просто в каком-то космическом плане, а я лично вовлечен в твою жизнь, я лично ваяю тебя, я пачкаю свои руки в твоей жизни. Это акт близости. Посмотрите сейчас на Криса. Он не стоит далеко за горами, говоря, «У меня есть план для этого произведения искусства». Он вникает, он на своих коленях, он обращает внимание на детали, его руки становятся грязными, глина попадает в поры рук, он будет пахнуть глиной, когда закончит, глина попадет под его ногти, он вкладывает свои усилия, труд, внимание, расположение в это искусство. На самом деле эта скульптура является продолжением его самого. Мне казалось, что Господь проговорил, Грег, вот как я задействован в твою жизнь. Я не там наверху, я тут внизу, я рядом с тобой. Ты под моими ногтями. Я вовлечен в детали твоей жизни. И это вызывает что-то совсем другое в моих отношениях с Богом. Это касается того, чего раньше не касалось. Бог прямо здесь. Создает меня момент за моментом. Я его труд, его произведение. Его шедевр. Он вовлечен. Также он вовлечен в твою жизнь. Момент за моментом. Интимно Бог вовлечен в нашей жизни. И это влияет на него. Так же, как Крис работает над скульптурой, и глина попадает на него, так же и мы влияем на Бога. Это интимно. Он прикасающийся, предвидящий Бог. Это действие Бога, который нас вояет, не только нежное и интимное, а также, и это важно, оно межличностное. Межличностное. Я подчеркиваю этот момент, потому что аналогия горшечники глина, к сожалению, на протяжении истории иногда употреблялась ошибочным образом. Я имею в виду, что некоторые берут аналогию горшечники глина, которую можно найти в Библии, и считают, что она означает, что Бог употребляет принудительный, односторонний контроль над глиной. Они считают, что все, что происходит в мире, это точно то, как Бог хотел, чтобы эта глина выглядела. Есть люди, которые принимают то, что я считаю отвратительным представлением о Боге. Они представляют себе Бога, который имеет комок глины, и Он из него творит людей. Одних, чтобы они вошли в небеса, а других, чтобы они пошли в ад. Потом Он накажет тех людей, которых Он создал плохими, за то, какими Он их сотворил. Потом обратится к людям, которых Он сотворил добрыми, говоря, «Не благодарны ли вы за то, что Я не сделал этого с вами? Прославляйте Меня за Моё милосердие». Если задаешь вопрос, где здесь справедливость, или любовь, или доброта, то получаешь ответ... Кто ты, чтобы говорить Богу, почему ты меня создал таким? Горшечник имеет право делать все, что ему угодно. Если он хочет сотворить тебя таким, чтобы ты пошел в ад, это Его право. Я утверждаю, что аналогия горшечник глина в Библии, включая 9 главу послания к римлянам, означает точно противоположное этому. Абсолютно противоположное. Если ты посмотришь на этот отрывок в контексте, тогда увидишь, что эта аналогия означает точно наоборот. Например, отрывок, который больше всех конкретизирует аналогию горшечника Клина, это Еремия 18 глава. Здесь Господь идет с Еремией в дом горшечника. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд. Он пересмотрел свой план. Какой горшечнику вздумалось сделать? И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. Сейчас обратите внимание вот на что. Горшечник делал определенный сосуд, но сосуд развалился, не получилось, и горшечник изменил свой план и начал формировать что-то другое, подходящее виду глины, с которой он работал. Господь говорит, «Я хочу, чтобы ты рассказал об этом Израилю, потому что Господь пророчествовал об Израиле, что придет суд». И некоторые из израильтян, если смотреть на 12 стих 18 главы Еремии, если смотреть на 12 стих, некоторые из израильтян сказали, «Не надейся, бесполезно, нам хана, Бог пророчествовал против нас». А Бог говорит, «Не надо становиться фаталистами, не делайте этого, я горшечник, вы глина». Точно так же, как коршечник изменил свой план, потому что глина развалилась, так и я изменил свои планы. Если вы изменитесь, то и я изменюсь. Я горшечник вы глина. Я могу делать все, что хочу, и поэтому я буду реагировать мудро и надлежащим образом, какую бы глину вы из себя не вылепили. Смысл аналогии горшечник глина не в Божьем одностороннем принудительном управлении глиной, а в Божьей невероятно мудрой гибкости в реакции на глину. Итак. Бог интимно вовлечен в нашу жизнь. Интимно вовлечен. Момент за моментом. Каждую наносекунду. Лепя нас и формируя. Но Он не превращает нас в маленьких марионеток. Нет, мы люди. То, что Бог делает, является ответом на то, что с нами делают и что мы делаем, ответом на тот вид глины, который мы сами из себя делаем. Он вояет нас, реагируя любящим и уместным образом в свете всего, что происходит в нашей жизни. На самом деле истина в том, что все мы, приходя в этот мир, в этот падший, угнетенный мир все мы в какой-то степени повреждены с самого начала из-за того, что мы рождаемся в падшей расе. Некоторые люди имеют физические пороки, и их тела не отражают Божий совершенный изначальный дизайн. Все из нас до какой-то степени имеют психологические, эмоциональные и духовные пороки. Все из нас имеют какие-то тенденции, похожие на вложенные инстинкты, которые не совпадают с Божьим изначальным дизайном. Мы рождаемся в порочном состоянии. Но нам надо знать, что Господь смотрит на это и скорбит из-за пороков и дефектов. И Он говорит, ты должен знать, что пороки, которые есть и которые ты приобретаешь на протяжении жизни, ты должен знать, что это не влияет на мою любовь к Тебе, это не влияет на мое внимание к деталям в Твоей жизни, и это не влияет на мою способность преобразовывать Тебя в шедевр. Люди всячески осуждают все пороки. Они говорят, о, это хорошее тело, а это нехорошее тело, это сексуальное тело, а это не сексуальное тело, это здоровое тело, а это тело инвалида. Но Бог смотрит на это и говорит, я вижу глину, из которой я могу сотворить шедевр, и это все, что надо знать. Аминь. Он использует даже пороки, и он настолько мудр, что берет даже повреждения, ошибки и слабости, и он вплетает их в нечто прекрасное. И он продолжает выливать свою любовь на нас, чтобы сделать нас податливыми. В прошлый четверг я пошел в студию Криса, чтобы понаблюдать, как он работает чтобы немного больше узнать об аналогии, которую я хотел использовать в этой проповеди. Всегда полезно чуть-чуть знать о том, о чем проповедуешь. Я обнаружил это с течением времени. Вот что делал Крис. Он иногда брызгал водой на глину. Я спросил, почему ты это делаешь? Он сказал, глина в процессе становится немного жесткой и сухой. Чтобы ее сделать гибкой, мне надо брызгать на нее. Он как будто моет ее. Потом он втирает воду в нее. Это точно то, что Бог делает с нами. Вода — это его любовь. И когда он сталкивается с ранами и шрамами и упрямыми частями нашей жизни, и зависимостями, в которых мы находимся, тогда Он просто обливает нас большей любовью и втирает ее, втирает ее, втирает ее. И иногда Он ее втирает так сильно, что даже болит. Да, иногда болит. Но все это Он делает из-за любви. Он погружает нас в свою любовь. Действие Бога, который ваяет нас момент за моментом, нежный, интимный, межличностный. Это также... В первую очередь процесс, в котором Бог убирает что-то из нашей жизни. Микеланджело сказал знаменитую фразу о том, как он ваял. Дело не настолько в том, что я что-то формирую из глины или из камня, а намного больше в том, что я освобождаю образ из камня. Я освобождаю изображение, которое вижу в камне. Итак, он получал, можно так сказать, видение о том, что внутри камня или внутри глины. И потом ему просто приходилось убирать все то, что не соответствовало этому видению. Например, вот здесь вы видите Моисея. Он видел этого Моисея внутри огромной скалы. Моисей был там. Ему просто пришлось освободить Моисея от всего того, что было ни скалой Моисея вокруг него. И это точно то, что делает Бог в нашей жизни. Бог видит шедевр. Потом, силой своей любви, он удаляет все то, что не соответствует этому шедевру. Нам надо знать, что тот шедевр, который Бог видит в нас, это истина о том, кто мы есть, потому что Он творец. Он горшечник, а мы глина. Он может говорить про нас все, что ему хочется, и Он говорит, вот шедевр. Может Он скрыт множеством глины. Может Скрыт в большой скале шедевр, которым ты действительно являешься. Божье видение всегда точное. Если он видит шедевр, значит, это и есть шедевр. И этот шедевр, возможно, скрыт во многом, что не соответствует этому шедевру. Например, во лжи, в которую ты веришь, или в недостатках, которые у тебя есть, или в шрамах, которые ты носишь, и в том, что тебе причинили, и в том, что тебе сказали, и в том, что ты сам сделал, очень много историй скрывает этот шедевр. Но этот шедевр там есть. Он есть там. Наша задача сказать, Боже, освободи нас от всего лишнего камня, от лишней глины которая скрывает нас. Может, ты сам не видишь шедевр. Может, никто не видит шедевр. Может, твои мама и папа никогда не видели шедевр. Может, твой супруг не видит шедевр. Может, твои дети не видят шедевр. Твои соседи не видят шедевр. Но Бог видит шедевр. Кого волнует, что все видят? Он видит шедевр. И наша задача согласиться с Богом в этом. Вот что означает сделать его своим Господом. Твое слово важнее нашего слова. Вера в это приносит нам радость. Мы не радуемся всему, что с нами случилось, и всему тому, что мы сделали, и всему остальному в жизни, но мы радуемся тому факту, что мы являемся творением Его рук. Мы шедевр в процессе. Бог, мастер-художник, смотрит на глину и видит то, кем мы являемся на самом деле. И он говорит, знаешь что? Это ложь, это ложь, это воплощенная ложь, что смысл твоей жизни в том, чтобы удовлетворять сексуальные желания мужчин, это надо убрать. Мне придется убрать это. Потому что я вижу сияющую, чистую, невинную невесту Христа. Это то, кто ты на самом деле. Давай освободим тебя от этого мусора в твоей жизни. И когда мастер художник, мастер воятель смотрит на глину, он видит то, кто мы есть на самом деле. И он говорит, ложь что ты заслужила насилие мужчин, которых ты впустила в свою жизнь, она должна уйти, потому что я вижу драгоценную дочь, которая является царским ребенком. Она знает, что она царский ребенок. Она хочет, чтобы к ней относились как к царскому ребенку. И она ни от кого не примет насилия. Значит, надо убрать эту ложь. Он, как мастер-художник, смотрит на глину и видит, кто мы в действительности, и говорит, эту ложь, эту воплощенную ложь, что нельзя доверять никому. Ее надо убрать, потому что я вижу шедевр, личность, которая получила всю мою любовь и все мое мужество и всю мою уверенность, и он или она способны рисковать, любить других, потому что их полнота исходит от меня. И когда мастер-художник смотрит на скалу или глину и видит то, кто мы на самом деле, Тогда он говорит, ложь, что ты просто сломан, и что ты никогда не будешь достаточно хорошим, она должна уйти, потому что то, что я вижу, а то, что я вижу, это всегда точно, что я вижу, это личность, которая знает и ходит в реальности, что может все во Христе, который укрепляет ее. И я вижу личность, которая знает, что все прошено, и что ты был сделан целостным. Да, было много неправильного в прошлом, но ты знаешь, что дело Христа больше, чем все эти грехи, и ты ходишь в этом прошении, ты ходишь в этой целостности, и танцуешь со мной свободно. Это то, что я вижу, а все остальное, что этому не соответствует, просто должно уйти. Мастер-художник смотрит на глину и видит истину, видение, шедевр внутри и поэтому говорит. Ложь, что ты всегда будешь в рабстве, что ты всегда будешь страдать, что ты не сможешь сам себе помочь, мне надо убрать ее, надо ее убрать. То, что я вижу. Я вижу шедевр человеческой личности. Ты ни жертва, ни для кого. Нет, ты все сможешь во Христе, который укрепляет тебя. Я вижу шедевр личности, которая знает, что она является ходящим и говорящим храмом Духа Святого. Бог Всемогущий обитает в ней. Она наполнена моей любовью, наполнена моей радостью, наполнена моим миром. И она радуется этому во всем, что она делает. Ложь, что надо заслуживать свою ценность и доказывать ее тем, что ты зарабатываешь и приобретаешь, и кого впечатляешь, должна уйти, я заберу это. Я же вижу шедевр личности, полнота жизни, которая исходит из того, что я художник, и я все вложил в нее. И все, что она делает, она делает не для того, чтобы приобрести ценность, а чтобы выразить ту ценность, которую она уже имеет. Она знает, что означает танцевать с триединым Богом, и жить свободно, жить мужественно, и жить без страха. Наша задача просто сказать Боже убери это все раз ты говоришь что я шедевр значит я есть шедевр убери все как мы будем петь немного позже убери все слабости силой твоей любви продолжай обливать нас водой любви и втирай ее в нас и наша задача быть податливыми в его руках и говорить убери это все убери открывай раскрывай твой шедевр Библия говорит, что если только мы во Христе, тогда точно появится этот шедевр. Может, нужно немного времени, может, нужно немало труда, понятно. Написано к римлянам в Кримленном 8 главе, что во Христе предназначено, что ты будешь преобразован в образ Христа. Первое Иоанна говорит, мы увидим его, каким он есть, потому что мы будем подобны его образу. Библия говорит, что он, который начал хорошее дело в нас, не перестанет его совершать до того дня, как оно будет закончено. Он не такой Бог, который сдается. Он доделывает. Крис тоже не бросит своего дела, пока не закончит. Он продолжает работать. Если глина станет немного жесткой, тогда он добавит больше воды и продолжит работу. Предназначено, если ты во Христе, что ты будешь выглядеть как Он любит, как Он сияет, как Он твоим уникальным образом. Но чтобы достигнуть этого, надо оторвать все лишнее. Исходя из Его нежной, интимной заботы о деталях, Он это уберет. Как Господь это делает? Я расскажу о двух способах. Он интимно вовлечен. Формируя липианас. И он убирает то, что не соответствует шедевру разными способами. Один способ, как он может это делать, таков. Когда ты проводишь интимное время с Богом, когда вникаешь в молитву, так, как мы говорили последние несколько недель, в молитву воображения находишь место, созерцаешь Господа, так, как это работает у тебя. Когда ты молишься всеми пятью чувствами, встречаешься с живым Богом, созерцаешь Его славу и преобразуешься от славы в славу то, что тогда может произойти, и я намного больше об этом говорю в своей книге «Видеть — это верить», чем я сейчас могу рассказать, Господь может употреблять нашу молитву воображение как путь к исцелению в нашей жизни, если мы Ему позволим. Бывает, что Господь открывает одну воплощенную ложь или опыт, или воспоминание, может даже то, что ты годами не вспоминал, может совсем забыл, но тут вдруг вспоминаешь. И вдруг ты возвращаешься на то место. И если мы открыты, когда Бог такое делает, тогда Он не меняет прошлое, но Он может менять значение прошлого. Когда мы приглашаем Его во все сферы, где мы ранены, тогда действует Его любящий подход убирать все то, что не присуще нам. Это Его любящий подход пленять все мысли в послушании Иисусу Христу потому что все наши мысли воплощены в образах, в воображениях. Он все это пленяет в послушании Ему. Например, как-то недавно я провел время с Иисусом, включил приятную музыку в темной комнате. Я на своем месте и наслаждаюсь временем с Иисусом. И вдруг я замечаю, что вернулся в Лансиган, Мичиган. Я голый, мне холодно, у меня почти судороги, потому что очень холодно, и мне стыдно. И я стучу в дверь. Я опять там нахожу, снова это переживаю, всеми пятью чувствами. Я этот маленький ребенок, испуганный, испытывающий стыд. Потом в процессе исцеления Бог подходит ко мне сзади. На этот раз я не виделся с Ним лицом к лицу. Но я там плачу и умоляю. И Господь подходит ко мне сзади и покрывает меня теплым, нежным одеялом. И берет меня в медвежьи объятия. В медвежьи объятия. И я сразу почувствовал себя в безопасности. Он меня держит очень нежно, но крепко и тепло. Потом он шепчет мне на ухо. Тут рядом мне жал, что это случилось с тобой. Это никогда не должно было случиться с одним из моих детей. Твоя мачеха не знала, что делала. Попытайся простить ее. Я ее простил. Но ты должен знать, он еще продолжает держать меня крепко, тепло и в безопасности. Но ты должен знать, что я бы никогда тебя не выбросил на холод. Я никогда не оставлю, не покину тебя. Я всегда буду рядом с тобой. Ты можешь доверять мне. Ты мой драгоценный ребенок. Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо сможешь понять. И ты должен знать, что все будет хорошо. Ты пройдешь это. Что тут происходит? Красота Бога, добрая весть, достигает маленького ребенка. Теоретически, я в это верю, как взрослый, но кому-то надо евангелизировать этого пятилетнего мальчика, который все еще там на холоде. И ты пленяешь каждую мысль Христу. И теперь эта весть о заброшенности и неблагонадежности преобразуется. Вот как Иисус действует во всем на свою пользу. Он берет раны, и они становятся возможностью для него показать свою красоту. Это один из способов убрать все из нашей жизни, чего там не должно быть, чтобы мы в конце концов сообразовывались к красивому образу Иисуса Христа нашим уникальным образом. Вот еще один подход, как Господь может преобразовывать нас. В данный момент я хочу попросить... Чтобы не было передвижений в зале следующие пять-шесть минут. Пожалуйста, не вставайте и не выходите, пусть помощники закроют двери, чтобы люди действительно могли вникнуть в это, не отвлекаясь. Если вы не сможете сидеть пять минут по каким-либо причинам, тогда можете сейчас встать и выйти. Но в течение следующих пяти минут я хочу вести нас в таком упражнении. один из способов, как мы можем позволить Господу убрать то, что нам не принадлежит. У меня это не особо получалось до этой недели, пока Терри не помогла мне вникнуть. Это осознавать и обращать внимание на Его ежеминутное вояние в нашей жизни. Просто осознавать. Это форма, как практиковать присутствие Бога. Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся, та, что мы иногда забываем, что мы воплощенные. Мы забываем, что все наши мысли воплощенные. Мы склонны, под влиянием Платона и других философов, мы склонны гиперодухотворять самих себя и гиперодухотворять Бога. Бог как будто становится противоположным физическому миру, и мы думаем, что Бог любит нашу духовную сторону больше, чем физическую. Поэтому мы склонны преуменьшать факт, что мы воплощенные. Но смотри, из библейской перспективы нельзя разделить твою природу, плоти и крови с твоей духовной природой. Мы — тело, душа и дух, и они отличаются. Но они неразделимы. Мы есть тело и плод, плод и кровь. И Бог любит нас, как плод и кровь. Бог сотворил плод и кровь. Бог поддерживает момент за моментом плод и кровь. Бог, в конце концов, в личности Иисуса Христа стал плотью и кровью. Если бы Бог не любил плоть и кровь, Он бы их не творил, он бы не трудился, чтобы вылепить их. Каким бы Крис был скульптором, если бы он не любил работать с клиной. Он любит работать с клиной. Это то, что делает Бог. Он любит быть вовлеченным в нашей жизни. И если мы открыты, тогда Бог может говорить к нам и формировать нас, и воять нас нежным образом через наши тела. Итак, вот упражнение, которым я хотел бы, чтобы мы занялись. Можно немного уменьшить свет. Если вы хотите, закройте ваши глаза в ближайшие несколько минут, чтобы вникнуть. Написано в Деяниях 17 главе, где Павел говорит, что «в нем мы живем, движемся и существуем». В нем мы живем, движемся и существуем. Прямо здесь и прямо сейчас осознай, что Божье любящее присутствие, присутствие, которое было выражено на Голгофе, окутывает тебя, как океан окружает рыбу. Его присутствие вокруг тебя, ближе к тебе, чем твоя собственная кожа. Он есть атмосферой в этом зале. Момент за моментом он тебя лепит с огромным вниманием к деталям, полностью поглощен, прямо сейчас, воспринимай это, полностью поглощен задачей воя тебя, будто ты единственный человек, которого Он когда-либо творил. Давайте сделаем это более конкретно. Осознай прямо сейчас вес твоего тела на стуле, на котором сидишь. Стуле, который тебя поддерживает. И пусть это будет конкретным напоминанием. Вообще это выражение той истины, что Бог момент за моментом поддерживает тебя, держит тебя в существовании. С той же постоянностью, как и стул. Он не прекращает поддерживать тебя, Он постоянен. Бог также постоянно существует. На самом деле, стул является выражением того, что Бог всегда рядом. Он тот Бог, который поддерживает стул, поддерживающий тебя. Осознай вес твоего тела. Почувствуй, как стул тебя поддерживает. Ты, как говорит Библия, в ладони его руки каждую секунду. Пусть он тебя держит. Дай ему держать тебя. Ава Отче держит тебя. Каждый момент твоей жизни что-то тебя поддерживает физически. Это все выражение Божьей любви. Он тебя поддерживает. Он рядом. И сейчас, когда ты дышишь, подыши. Это дар от Бога. Пусть этот вдох, который ты только что сделал, будет напоминанием о том, как нежная любовь Божья поддерживала твое дыхание всю твою жизнь. И сейчас Он также это делает. Когда ты вдыхаешь, размышляй о словах. «Я думаю о тебе, как ты, склонившись надо мной, вдыхаешь жизнь в мои легкие, Интимность твоего дыхания в моих устах. Это не было только тогда, когда ты родился, когда Бог вдохнул в тебя жизнь. Он интимным и любящим образом вдыхает жизнь в тебя с каждым вдохом, который ты делаешь. Он дает тебе дыхание с уст в уста на протяжении всей твоей жизни. И он только что сделает опять. И он опять это делает. Это так близко, так интимно. Бог никогда не действует на автопилоты. Он всегда внимательно, лично вдыхает жизнь в тебя. Когда ты вдыхаешь, Он выдыхает из себя. Вдыхай. Он подобен воздуху, которым мы дышим. Речь идет о любви, той любви, которая была выражена на колгофе. И пока ты вдыхаешь, и кислород попадает в каждую часть твоего тела и поддерживает твою жизнь, также вдыхай его совершенную, неразбавленную, непоколебимую, непревзойденную любовь. Пусть она пропитывает тебя, как вода пропитывает глину, и делает тебя мягким, гибким. Пропитайся Господом, который поддерживает тебя, пока ты вдыхаешь. Просто поддайся. Скажи, Боже, твори твой шедевр. Можем ли мы развернуть ее, чтобы лучше видеть? Давай развернем сюда, чтобы рассмотреть лицо. Покажите видеокамерой. Кто мог бы подумать, что это уже было внутри глины 50 минут назад? Но Крис это видел и освободил это из остальной глины. Это точно то, что делает Бог. Крис, большое спасибо за то, что ты помог мне проповедовать эту весть. Для меня смотреть сюда, видеть, как ты уделяешь внимание деталям, это все настолько точно передает Божье внимание. Это воплощает суд проповеди. Это было очень трогательно. Иди сюда. Хочешь поделиться своими ощущениями, как ты прославлял Бога, ваяя? Да. Вообще, после того, как я это сделал третий раз, она стала больше и больше похожим на меня. Это типичная проблема для художника, что ты все делаешь по-своему образу. На этот раз я не сопротивлялся. Похоже на то, как Бог это делает. Я думал, Бог же делает нас по-своему образу. Есть надежда, что мы больше и больше отображаем Его. Хорошо. Насчет твоей аналогии о том, чтобы быть податливыми. Я также могу продолжать работать над этой работой. Хорошая новость в том, что она не закончена. Было всего лишь 50 минут. Я мог бы долго с ней работать, просто постоянно добавляя воду. И пока я поддерживаю ее мягкой и мокрой, я могу продолжать работать. И даже если глина полностью высохнет, я могу снова пропитать ее водой и опять употреблять. И сегодня я переделал работу вчерашнего вечера. Да, Божья любовь всегда новая. Это прекрасно. Спасибо, что ты в этом участвовал. Аминь. Прекрасно. Прекрасно. И спасибо вам, ребята, что вы употребляете ваши дары в прославлении Богу. Это прекрасно. Аминь. Аминь. Молодцы, ребята. Спасибо тебе, Боже, за дары. Я хотел бы попросить молитвенные команды выйти вперед. Вот в чем дело. Музыка продолжает играть. Если ты ощущаешь, что Бог прямо сейчас свояет тебя, и ты не хочешь прерывать этот процесс, а чувствуешь, что ты должен остаться, тогда призываю тебя в вперед и стать на колени, или приходи и пусть эти люди с тобой молятся о любой нужде в твоей жизни, или если ты просто хочешь сидеть и впитывать то, что слышал, пожалуйста. Я прошу, чтобы вы вели разговоры в фойе, чтобы те, кто хотят остаться и впитать Божье присутствие, дышат um, и ощущат поддержку, смогли это сделать. Я призываю всех нас осознать позже присутствие момент за моментом и Его действие в нашей жизни. Будь открыт, чтобы Дух Святой мог напоминать тебе, что земля, на которой стоишь, это Бог, который тебя поддерживает, и стул, на котором сидишь, это Бог, который тебя поддерживает, и воздух, которым дышишь, это, Бог, воздух, которым дышишь, это Божья любовь, поддерживающая тебя. Позволь Ему делать свою работу. Отец, Уходя отсюда, помоги нам быть податливыми в Твоих руках момент за моментом, и осознавать Твое присутствие момент за моментом, и быть подчиненными Твоим великолепным художественным рукам, момент за моментом, и осознавать, Боже, что мы дивно устроены, и Ты в процессе формирования шедевра, который будет освобожден от той глины, которая порабощает нас прямо сейчас. Помоги нам радоваться тому, что Ты видишь в нас. И тому, кем мы будем во имя Иисуса. И все люди Божии сказали, ⁇ Аминь, пусть Бог вас благословит ⁇